В Алтайском крае сформировали предварительную программу Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», который пройдет во второй половине июля. В нее вошли более 50 событий, которые проведут в 9 муниципалитетах региона. Почетным гостем в этом году станет дочь Василия Шукшина Екатерина. В этом году в программу 25-го Шукшинского кинофестиваля внесли значительные изменения. Например, большой акцент организаторы сделают на двухдневную деловую программу. В нее войдут стратегическая сессия по развитию кино на Алтае, серия мастер-классов и другие образовательные площадки. Предполагается проведение серьезной деловой программы с участием профессионалов отрасли, продюсеров, режиссеров, операторов и других людей, от которых, собственно, зависит создание фильма. А для чего нам это нужно? Мы сейчас находимся на этапе запуска киноотрасли в Алтайском крае, чего у нас не было никогда. Для этого необходимо устанавливать серьезные связи с людьми, от которых решение этих вопросов зависит. После 10-летнего перерыва в конкурсную программу фестиваля вернутся документальные фильмы. Сформирует это направление региональная организация «Дом кино» во главе с режиссером Верой Уразовой. В жюри войдут алтайские и российские деятели кинематографа. Они отберут для конкурсного показа около 15 фильмов. Заявки уже поступают. Сейчас документальное кино получило дополнительный импульс в своем развитии. Очень серьезное внимание этому уделяется на федеральном уровне. Очень серьезное финансирование выделяется на то, чтобы создавали проект документальных фильмов. Поэтому, я полагаю, программа будет очень интересная. Посмотрим, как пройдет, и примем решение на будущее, проводить ее в ежегодном формате или нет. Организаторы планируют также провести несколько внеконкурсных спецпрограмм. Например, показать подборку короткометражных фильмов, снято в Сибири и снято на Алтае. У нас в последнее время на Алтае стали появляться достойные работы. Во многом благодаря тому, что много лет действует молодежный центр кинематографистов Алтая, который возглавляет Дмитрий Шарабарин. И в рамках тех каких-то образовательных проектов, которые они реализуют, кинолабораторий, начали появляться интересные проекты. В остальном все любимые зрителями форматы останутся в программе фестиваля. Открытие у памятника писателю и режиссеру в Барнауле, финальный день на горе Пикет в Сростках. На родине Василия Шукшина также пройдет всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики», фестиваль «Пирога», фестиваль сценического воплощения прозы «Характеры» и концертная программа.